Блин, какая папа таблетка? Что ты говоришь? Если ты хочешь, чтобы я тебя забыл, я тебя забуду. Пожалуйста. Просто я в себе не разочаровался. Я знаю, что я тебя не бросил. Я молодец. Если ты знаешь, что у тебя два ребенка, а ты хочешь как-то их спасти, и ты знаешь, что маловероятно, что как-то найти на обувь, да? Можно будет. Да? Можно будет. Когда? Ну, может сейчас быть, не... Сейчас у меня плохо здоровье. Но не сейчас, потом поправишься, все будет нормально. А ребенок, есть какие-то проблемы, то ты слышишь? Это уже там поможет тебе. В Испании или где-то будешь, в Италии. А война идет, хорошо? На улице есть. А я буду что? О чем думать сейчас? А что, Медина хочет купаться? Ты идиот или что? Потому что Медина покупалась, нет ничего плохого. Ты идиот или что? Мне никто, правда, ничего, ни слова не сказал. Конечно, не будет тебе сказать, да, если он тебя обидел. И это неплохо? Или что-то ты сбегал, потому что он культурный. Я не бросаю друзей. А ты бросаешь. Друг – это не который делает для тебя плохо. Когда ты просишь, не делай так, это будет плохо для нас. А ты все равно делаешь, потому что тебе просто похуй все. Потому что я хочу повеселиться. Что повеселиться? Что может быть? Я помог девочке помыться. Что такого? И все. Я у нее мылся. Я не говорю только насчет Медина. Я не говорю про Медина. Говорю про твое поведение. Не только это Медина, это идет туре первый, второй, третий и так, каждый день делает что-то. А потом хочешь, чтобы воспринимали тебя нормально. Конечно, нет, Олег. Я не буду больше тебя воспринимать нормально. Все, хватит, ты слышишь? Потому что если это была другая времена, да, когда нет так много проблем, да, может быть, смотрели по-другому. Но сейчас тяжело. Меня болит голова ужасно сейчас. Я не могу спать. Это после этого кесарева? Да, ты слышишь? Нет, потому что переживаю. А ты только мешай все время. И думаешь, что вкусу говорить по своему этому. А вот это фирма, да, то, но? Нет. Теперь мой.